Добрый день, дорогие друзья! Я продолжаю обзор. Сегодня хочу показать вам еще один заказ моей консультантки. Она несколько периодов не делала заказы, но в конце 7-го каталога была такая вот акция «Возвращайся в бизнес». Я ей рассказала про это, и она решила сделать заказ, чтобы получить бесплатный подарочек. Что же она заказала? Она заказала себе стиральный порошок, универсальный. Так, вот такое вот концентрированное средство. Универсальное экспертное очищение из серии косметика для уютного дома. Вот такие вот средства для чистки и мытья стекол и зеркал. Так, как я вам сказала, уже пришел подарок за рубль. Это мыло для кухни с ароматом экзотических фруктов. И вот такой кондиционер для белья. 2 в 1. Защита цвета и волокон. Еще сделан был заказ. Крем антиперспирант при повышенной потливости из серии Эксперт Фарма. Вот такой вот кремушек. Отличный. Так, пришел ей новый каталог. 8-й, который будет действовать до 10 июня. Вот такой вот небольшой заказ сделала моя консультантка и получила подарочек за рубль. Так. Следующий обзор я буду делать о своем заказе, так что кто хочет, может посмотреть меня еще. И я с удовольствием приглашаю к себе в структуру всех желающих. Моя структура еще не очень большая, но девочки делают заказы. Им нравится продукция Faberlic. Всем пока-пока. Ждите следующих обзоров.